Новые сочлененные самосвалы «Вольво» вышли на дороги Кузбасса. Серия F. Уже проверено. Они выдерживают работу в самых сложных условиях, когда собратья многих других производителей останавливаются. С этими самосвалами можно забыть о трудностях даже в ночную смену. Легко и проворно покоряют они любые карьеры. Титанические усилия машина берет на себя. Оператору остается контролировать процесс. Первую смену отработал, даже и не понял. Вообще нет усталости. Комфорт во много раз больше, чем на БелАЗе. Управление лучше. Экономичность в два раза. По управлению здесь бортовой компьютер отвечает за все. Показывает все. Двигатель, коробка, трансмиссия, цикл смены, потребление топлива. Даже ТО подходит, СМС-ка приходит. Volvo – одна из самых престижных торговых марок мира, известная безупречным качеством и вниманием к проблемам защиты окружающей среды. Одно из главных достоинств самосвалов серии F – экономичный расход топлива с минимальным загрязнением окружающей среды. Специально для России производитель разработал модель, где двигатель Евро-2 адаптирован к нашему топливу. И клиенты уже успели это оценить. У нас даже в среднем машина возит там до 1,5 километра, причем везут они 18 кубов. И за смену у них делают по 40 ездок за смену. Ну и расходят литров 220, где-то 250. Ну, самое это грубо. Вот БелАЗ бы на это плечо бы, наверное, литров 400 бы, наверное, израсходовал. В самосвалах серии F производитель постарался учесть все нюансы, чтобы работа была удобной и качественной. Изменился кузов. Оптимально расположенный шарнир увеличивает расстояние между задним мостом тележки и задним краем борта для выгрузки, а также дает высокий клиренс в положении с поднятым кузовом. Самосвал может выгрузить материал точно в необходимом месте. Специально разработанная гидравлическая система позволяет легко поднимать полностью загруженный кузов даже на очень крутом склоне. В этих машинах можно перевозить как сыпучий материал, так и каменистый грунт. Все колеса самосвалов А35F и А40F оснащены гидравлическими дисковыми тормозами так называемого «мокрого типа». Такая конструкция гарантирует хорошее торможение и длительный срок службы. Благодаря широким шинам машина идет плавно и ровно даже по бездорожью. Сочлененные самосвалы серии F оснащены блокировкой дифференциалов типа «кулачковая муфта». Ее особая конструкция позволяет работать без проскальзывания и без износа. Когда функция включена, все колеса вращаются с одинаковой скоростью, улучшая сцепление с грунтом в сложных условиях. Причем включать и выключать опцию можно на ходу. Конструкция капота позволяет легко добраться почти ко всем деталям двигателя. Сочленение самосвалов серии F сделано так, что не требует регулярного вмешательства оператора. Там установлен полностью герметичный, долговечный, необслуживаемый поворотный шарнир с непрерывно смазываемыми подшипниками. Салон – еще один предмет гордости производителя. Кабина закрывается герметично, поэтому здесь нет пыли и шума. Есть климат-контроль. Машина оборудована надежной электроникой, а управлять ею стало еще проще. Благодаря прозрачной двери и круговым окнам у этих самосвалов нет мертвых зон. Здесь на этих моделях уже все само автоматически делается. То есть машинисту просто надо выбрать манеру езды, и в принципе компьютер все делает практически за водителя. Уникальная самокомпенсирующаяся гидромеханическая система обеспечивает надежное рулевое управление в течение всего срока эксплуатации машины, прекрасную маневренность и небольшой радиус поворота. Он идет в уклон в любую погоду, дождь, снег. Во-вторых, очень крутые могут быть спуски и подъемы. А для БелАЗа нужен обязательно серпантин. Это и пробег больше, это и расход топлива больше. Все это особенно важно при работе в экстремальных условиях, на которые так богата Сибирь.
Когда идут ливни или бушуют метели, и дорога превращается в сплошное месиво, непроходимое на первый взгляд, даже тогда самосвалы «Вольво» продолжают работать. В данный момент у нас сегодня выпал снежок, посыпалки нету, по гололеду машина идет отлично. Просто нету никаких придирок к ней. Сочлененные самосвалы «Вольво» серии F могут работать на угольных разрезах и при добыче золота, перевозке руды и строительстве. Наблюдать за работой машины можно, не выходя из офиса. Специальная система видеонаблюдения дает полную информацию о том, что происходит с самосвалом в любой момент времени. И это касается всей техники «Вольво». Машина довольно прочная, несмотря на наши условия эксплуатации. В принципе, требует небольшого вмешательства владельца, и затраты, которые владелец вынужден нести по закупке этих самосвалов, довольно-таки быстро окупаются. Единственный официальный дилер «Вольво» в Кузбассе – это сибирская сервисная компания «ССК». Только она поставляет эту технику по всей Сибири, в том числе в Якутию и Амурскую область. Компания на рынке с 2008 года. За это время с ней наладили постоянную работу более 100 клиентов. ССК предлагает весь модельный ряд сочлененных самосвалов и остальную технику «Вольво». Равных им сейчас вообще нет. Просто из всей строительной техники, которая вообще предлагается во всем мире, то есть конструктивно машина сделана именно для таких условий, где другая техника, она просто эксплуатироваться не может. На доставку техники из Москвы железной дорогой ССК тратит около 10 дней. И при необходимости опытные инструкторы проводят обучение операторов. Машины собираются в Швеции, а сочиненные самосвалы только в Швеции. И все комплектующие – это в Швеции. Значит, машины мы размещаем заказы заранее в производство, делаем предоплату. С клиентами заранее договариваемся, в какой месяц им придет. И только после того, как машина собрана и пришла в Россию, после этого клиент начинает уже производить какие-то оплаты там, через лизинговую компанию, либо напрямую сам. Для клиента никакой задержки нет. Специалисты уверяют, что самосвалы «Вольво» так просты в управлении, что доверить их можно и ребенку. А вот обслуживание этих машин – дело профессионалов. И тут не обойтись без ССК. Она оказывает и сервисные услуги, строго соблюдая все требования завода-изготовителя. Запчасти используют только оригинальные. Все сотрудники прошли необходимую стажировку в Москве. Конъюнктура нашего рынка, она заставляет нас делать в основном выездной сервис. Вот. Но также существуют цеха у нас, которые занимаются ремонтами двигателей и ремонтами гидравлических запчастей, узлов и деталей. Вот. Таких как распределители, гидроцилиндры. Но в основном мы стараемся решать вопросы все на месте работы машин. У сибирской сервисной компании склады запчастей и ремонтные цеха находятся в 4 городах – Новокузнецкий, Братский, Благовещенский и в Нерюнгри. Сибирская сервисная компания, мы работаем уже с 2008 года, как бы хорошие отношения. Всегда, когда мы скидываем заявочку или я так звоню, всегда вопросы решаем очень быстро. Вот, люди выезжают на поломки, как бы всегда понимают, даже бывает, что приезжают в выходные, хотя бы как бы выходной, это как бы закон. Вот, всегда выручают, приезжают, помогают. Вот, ну и по запчастям всегда как бы звонишь даже. Он говорит, ну приезжай, не вопрос, как бы забирай все. Техника очень надежная. Это очень современная техника, очень довольна. Конечно. Я говорю, не стыдно представлять такой бренд и не стыдно работать с такой техникой.